Командир подразделения морской пехоты видит эту ситуацию. Он уже готов принять решение. Вести огонь нельзя. Впереди наши матери, жены, дочери. Он выходит вперед, выставляет руку. Его бойцы готовы. Ложись, девчонки! Шквальный огонь! Замысел противника не удался. Морская пехота продвигается вперед. Смотри, там немцы, два трупа. Но бой все еще достаточно тяжел. И вот включилась наша дальнобойная артиллерия. Позиции противника проутюживаются тяжелыми гаубицами и корабельными орудиями. Дым, взрывы снарядов, крики убитых. Противник получает заслуженную кару. И вслед за валом артиллерийского огня неудержимая атака нашей Красной Армии военно-морского флота!